Ребята, всем добрый день. Мы сегодня приехали в СДЭК. Посылочки пришли две, неожиданно. Две какие-то. Сейчас посмотрим. Вадимка тоже с нами. Сегодня воскресенье. Юра со мной. Наверное, скорее всего, Василек пришел. Еще кое-что я заказывала. Сейчас посмотрим. С Рандеву пришла посылочка. Сайт Рандеву. Блин, как здорово. Заказала кое-что. Покажу вам. Сейчас домой приеду, открою посылочку, покажу вам. У меня там новый парфюмчик. Что-то я стала часто заказывать ароматы разные. На меня что-то это не похоже. Раньше не увлекалась ароматами, сейчас что-то как-то полюбила. В общем, сейчас приеду, покажу. Мы ищем, нам надо наполнитель кошачий, в который она ходит. Мы вчера же искали и так и не нашли. Да. Кодрион-то остался? Да, немножко. Черный ты имеешь в виду, немножко остался. Она у нас вот в такие ходит. В Алису. Бедная Алиса. Алиса. Это мелкий. А больше что у нас тут никаких нет? Это крупный. Вот в деревянный она не ходит. Который крупный? Вот этот крупный? Угу. Ну, это крупный. Такого... А это деревянный, наверное, нет? Это каменный. Это средненький, это да? Мелкий. Я не знаю, я уже не помню, в какой. Я знаю, что она в крупный, все. А там кто наполнитель для кошачьего туалета? Потрогай какой. Каменный. Ой, девочки мне написали, как приучить корму. Я уже в тот раз купила хороший корм, она не ест. И сказали, что вот эти вот вкусняшки-то... На Д, как они называются, ну, которые продаются там в Пятерочке, вкусняшки. Просто добавлять по чуть-чуть, и она будет съедать. Я так вчера и сделала, она у нас съела. Ага, и съела она у нас вчера корм. Так что будем к хорошему корму приучать. Ребята, мы приехали в Светофор. Надо посмотреть что-нибудь. Так-то мы... За рыбой приехали. Рыбу посмотреть есть, нет? Здесь как-то было одно время большой выбор был рыбы. Волшебная плита. Ого. Волшебная плита. Жироудалитель. Девочки, напишите, хороший, нет? Так, а это у нас для чего? Эффективно чистит, удаляет жировые загрязнения. Но у меня пока этот есть. Ты же пшикалка-то забыла. Столько всяких разных. Цена 77, 86, 86. Неужели за 86 рублей очищается? Ого, масло. 4 очки его брали. Тут Газпром, смотри, это хорошо. 10 за 40. Тоже Газпром. А ты брал тогда? Это вот тебе надо, которое на зиму, да? Я шел вообще заливаю. Это которая на зиму, да, ты? Мама, о, таблетки появились для посудомоечных машин. Но у нас мы как-то брали здесь, не закончились еще. Что с она? Что с она? Антифриз. Антифриз. Антифриз, это папе антифриз. Антифриз. Ой, вот здесь вот еще посуда. Давай, Юра, посмотрим. Не, некрасивая. Почему некрасивая? Напор бокала, 6 штук. Я думаю, ты имела в виду просто. Так, нет, ни кастрюля нет. Он говорит, думал, вот это вот. Форма овальная. Тапочки. Плоские. Есть они? Вот эти вот, я не помню, говорила вам, видите, они со скидкой. Сейчас вот такие вот, они были дороже. Это тоже так-то красивые. Тарелка глубокая. Кружечки. Матрасы, которые мы покупали, помните, здесь? Пряжа. Я когда-то вязала. Зрение хуже стало, не стало. Перчатки у вас есть, да, Юр? Перчатки, да, Юра? О, щипцы для завивки.
быстрый равномерный нагрев. Вот. Ну да, может быть, не знаю. Некоторые попадаются товары нормальные. Покажу вам хоть что есть. Уважаемые покупатели, улыбнитесь. Так, туалетная бумажка. Два слоя. Я еще не посмотрела, Юр, мне надо. Ты взял что-то? Вон, для обуви. Защита тараканов. Оцелье. Корзины вот эти, вот помните, я покупала, да, с колесиками. Колесики, кстати, отлетают иногда, но они обратно легко приделываются. Маленькие органайзеры. Такие тоже хорошенькие. 133 коробочки. Под лекарства у нас есть выше. А вот эти вот можно в шкаф наш в деревянную брать, все сложить и туда убрать. Все лекарства. Надо будет подумать насчет этого. Да, у нас заканчиваются. Так, показала вам все, что есть. Ну, такое самое интересное. Еще ковры. Ковры. Так, у меня вот это закончилось, салфетки. Я быстро заканчиваются, постоянно нашаркиваю, хожу. Салфетки в рулоне. 145. 220. Салфетки для уборки. Вискоза. Рулон 100 листов. 183. 17. На 22, а здесь 25 на 30. А, эти просто больше. Угу. Длиннее они. Ладно, эти возьму. Что? Салфетки для уборки. Универсальные. Большие. Ну, скатерти. Вот это вот. Более-менее расцветка. Сколько они стоят? 199. Здесь еще набор вакуумных пакетов. Мешки для мусора взяли. Комодики покажу вам. Смотрите, какой классный. Я не помню, белый был такой в продаже или нет. Ой, надо посмотреть размеры. Может быть, если белый есть, приобрести себе. Да-да, сыночка, да. Он ведро взял, представляете? Вот я ему говорю, не надо. Он говорит, мама, надо мне, как у тебя ведро. Под мусор. Все, я находилась по магазинам. Я сегодня реально зависла в Галамарт. Зашла, там столько новогоднего, мне надо было гирлянду выбрать. Я, в общем, минут 40 стояла. И то, что есть, вот мне нравится же белое холодное свечение, но здесь, в Галамарт, они, вот эти гирлянды, не переключались. Я, значит, постояла, посмотрела всю эту красоту новогоднюю, пошла, сходила в Фикс-Прайс рядышком, там у нас был Фикс-Прайс, и купила гирлянду, белый холодный свет. Переключаться 8 режимов. Вот то, что мне надо было, я взяла там. Но там меньше. Там тоже есть новогодний товар, но я уже снимать не стала, потому что я уже пока стояла в Галамарт, устала. Все вам покажу. Какая там красота. Все, ставлю видео. Блин, вообще. Это серебристое, это золотистое. Сейчас Галамарт в магазине. Очень много красивых прям игрушек в этом году. Фотографию сюда поставить, повесить. Боже мой, какая прелесть. Я вот такую вот хочу. Хочу такую.
Шарики такие хорошенькие. Тут пара туфелек. Боже мой, красота. Глаза разбегаются. Нам надо сначала с елкой определиться, какую купить. Ну, купить елочку. У нас же небольшого размера. Мы хотим большую. Сначала надо елку купить, потом уже игрушки, зайчики, да, год зайца, кролика, вроде бы голубого кролика. Просто глаза разбегаются, девочки, боже мой, красотень. Брелочки это разные. Девочкам маленьким на сумочку. В общем, тут не отойти. Набор тарелок. Я гирлянды выбираю. Мне надо гирлянды для второго канала украсить фон задний. Тут очень много. Там что-то перекладывают, так попозже подойду, может быть, возьму. Ставка. Красивые тарелочки, бокальчики. Так, остальное я уже видела. Кружечки. Чайная пара это симпатичные. Покажу вам наши покупки небольшие. Это вот у нас из магазина Галамарт. Главная покупка сегодняшняя, это у нас филе киты. Вот такая вот рыбка. Она на шкуре написано. На шкуре, да. Да, филе киты на шкуре. Вытянула чуть больше килограмма. Нормально, нам на раз хватит. Даже не на раз, может, хватит. Приготовлю в духовочке. Вот так вот ее целиком со специями приготовлю. Это в другом магазине ливерную колбаску взяли. Юра любит. Так, Кирилл у нас любит скумбрию, рыбку. Тут вот баночка 100 рублей. Натуральная скумбрия. 100 рублей почти, без копеек. Так, дальше. Это тоже в светофоре. Я говорила, что мне надо, да, вот эти вот салфетки вискозные. Мешки для мусора вообще вот эти вот очень нам нравятся. 45 литров я беру побольше, с завязками более-менее нормально. Да, они бывают иногда чуть-чуть рвутся где-нибудь. Но по сравнению, вот цена какая, и сравнить, если, например, с фикс-прайсом, эти лучше, дешевле, ну и прочнее. И вот здесь вот мы увидели лосьон антибактериальный. Это, если что, так я папа у меня постоянно берет, ну там, для себя там. Протирает иногда ручки, бывает, ну, возит с железом. Так, и вот это вот у нас ведро выбросил Вадимка. Он говорит: мама, у тебя же есть ведро, но у меня же совсем не такое, оно у меня в два раза меньше. Ведро для мусора под стол поставить,
под письменный стол он хочет поставить и туда бросать бумагу. Он постоянно что-то там рисует, клеит, им надо выбрасывать. Он говорит, мама, у тебя же есть? Но у меня совсем другое. Я, конечно же, если потом увижу маленькое ведро, ему возьму, а это мы увезем на дачу. На дачу будем мешок, например, надевать и для мусора, да, на даче. А пока пусть ребенок, ну, поиграется. Ну, 68 рублей стоит, пусть поиграется. Здесь булочки Кириллу, Юре, хлеб. Там еще это, подушечки Вадимка взял. И вот гирлянда, электрогирлянда в фикс прайсе взяла. Здесь холодный белый свет. Здесь 8 режимов переделывается, да, можно сделать, чтобы просто горело, не мигало. И разные режимы мигания получаются. И 5 метров. Мне надо как-то меньше надо было метров. Ну ладно, 199 стоит. 199, она мне там проверила и сказала, что чек сохраните в течение 2 недель сохранять. В общем, в этом Галамарт там уже много. Здесь поменьше выбора. Я тут определилась сразу, быстро нашла, прочитала. Вот здесь вот я нашла, что есть переключение режима. А в Галамарт беленькие есть, но нет режима переключения. Все, в общем, такие вот покупки. И, значит, у нас тут кошечки, кошки Алису взяли, вроде бы все, ну и посылки.